Сегодня почти у каждого человека при себе мобильный телефон. Казалось бы, что может быть проще? Набрал номер и все. Но мало кто знает, как правильно вызвать бригаду скорой помощи с мобильного телефона. Если честно, то нет, не знаю. Несмотря какой оператор. А вы знаете прям с какого оператора? МТС 030, кажется. 003, кажется, нет? Вам когда-нибудь приходилось вызывать? Нет, слава богу. Если я не ошибаюсь, есть служба спасения, вроде бы 112, если я не ошибаюсь. Ну и 03, наверное. А сотового вы когда-нибудь вызывали скорую помощь? Нет, сотового нет. Нет, к сожалению, не вызывала. Или к счастью. 103, по-моему, да, здесь. Ну, я просто приезжаю, да, у нас 103 здесь, не знаю. Даже если удалось дозвониться, не всегда теми, кто вызывает помощь, правильно оценивается ситуация. Неправильно трактуются симптомы, и вместо специализированной бригады на место приезжает один фельдшер. Люди не всегда знают, как правильно вызвать скорую помощь. То есть, о чем сказать, что главный какой симптом. Часто бывает, что один фельдшер и попадает на очень тяжелых больных. Вызывая скорую помощь, не стоит утаивать всех обстоятельств случившегося, чтобы дежурный оператор мог сориентироваться и выслать специализированную бригаду. А теперь о самом главном. Для всех операторов единый номер службы спасения 112. Он доступен даже при отсутствии сети и средств на балансе. Позвонить в медицинскую службу можно и другим путем. Если ваш оператор сотовой связи Билайн, набираете 003 и кнопку вызова. Для операторов МТС, Мегафон и Теле2 030. Эти номера доступны даже при нулевом балансе. Будьте внимательны друг к другу. Не проходите мимо, если кому-то нужна ваша помощь, пусть даже один телефонный звонок.